Сегодня открылся 18-й съезд партии «Единая Россия». В его работе примут участие 3500 гостей и делегатов. Главная тема съезда – это партийное обновление. Первый день этот вопрос обсуждается на трех дискуссионных площадках – обновление, лидерство и открытость. На них подводятся итоги большой предсъездовой дискуссии, которая была посвящена масштабным изменениям в работе. В ней активно участвовали представители Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия». Ставка в работе делается на открытость к дискуссии и привлечение молодежного актива. Партия «Единая Россия» должна стать действительно реальной площадкой для обсуждения самых насущных вопросов, касающих интересов людей. Не реализации, подчеркиваю, каких-то решений исполнительной власти, за которых нужно проголосовать, как иногда это было раньше, а площадкой для обсуждения, нахождения решений острых вопросов людей. Поэтому ульяновская делегация уже может поделиться наработанным опытом. Ее участники собираются обсуждать главные проблемы и выступать на всех площадках съезда. На съезде партии «Единая Россия» Ульяновская область представляет большая делегация. В нее входят секретарь, его заместители регионального отделения, а также депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, ну и, конечно же, делегаты, избранные на региональной конференции. На площадке обновления обсуждают этические нормы для единороссов и предложения по повышению эффективности работы депутатов. Открытость – это взаимодействие партии с гражданским обществом и налаживание обратной связи с избирателями. А эксперты и участники площадки лидерства занимаются вопросом подготовки партии к избирательным кампаниям в новых общественно-политических условиях. Данил Ноздряков, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда, Москва.